Общероссийский день приема граждан состоялся 12 декабря. В День Конституции в органы власти и в Ивановской области обратилось 320 человек. О впечатлениях чиновников и журналистам рассказал зампред Владимир Калинкин. Конкретно в правительство пришел 21 человек. Жалобы населения выслушивали зампреды и представители профильных департаментов. Примерно половина обращений касалась ЖКХ. Далее в рейтинге негативных отзывов местное здравоохранение. Ряд вопросов был решен на месте, однако некоторые ситуации ставили в тупик представителей исполнительной власти. Появилось понимание, что есть еще проблемы, за которые чиновники даже не брались. К нам пришел на прием инвалид, колясочник. И после приема, он пришел днем, но еще по светлу, с сопровождающим лицом. Его один из заместителей губернаторов принял. А после этого гражданин попросил вызвать ему такси. И здесь мы реально столкнулись с проблемой, что специализированного транспорта в городе просто нет.